Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас 17 ноября 2022 года. И в этом году я попытался открыть первый лед. Я не один, как говорится, выехали на болото Красноармейского района Челябинской области. Лед достаточно толстый, вот, но рыба бастует, не клюет. Вот так вот. Толщина льда. Ну, сантиметров 7. Морозец на улице минус 14. Давление 765. Вот. Я приехал не один. Взял, как говорится, на выгул на первый лед свою тестя. Но результат пока никакущий. Как говорится, заехали на одно болото, попробовали. Самая проблема — выйти на лед. На середине болот лед достаточно толстый. А вот заходы в камышах очень опасные. Просто безумие. Я умудрился провалиться по колено. И, ну, правда, благополучно вылез, потому что провалился всего лишь одной ногой. Но очень опасно. А так, на болоте есть еще один рыбачок. Но, по крайней мере, у нас попытка 2 часа рыбалки. Результат ноль. Даже ни одной поклевки не видели. Ну, многие могут сослаться на все, что угодно. Может быть, высокое давление. Может быть, все, что угодно. А может, то, что 2 дня назад только лед встал. Нет, дед, нифига не ловится. Нету. Пробуем, ищем, ходим, буримся. Пойдем еще переместимся. К следующему острову камышиков. А будем пытаться что-нибудь поймать. Сразу трещина. Друзья мои. О, дед обрыбился. Первый ротан со льда. Сейчас иду. Бегу, бегу. Вот, дед от нуля ушел. Ну, слушай, в принципе, и неплохой ротанчик. Вот эту вот. Ага. Что-то легко сюда пошла. Пошла, значит. Вот такой вот зверь. Блять, это поклевка здесь похожа была. Вот именно эту. Вот мы это затряслась. А, да вот это была. С одна? Ты 2 удочки в 1 лунку. Да. Ясно. Я ее соблазнил. Ясно, ясно.
Ну, поздоровайся с народом. Помаши рукой маме. Не-не-не. Чё, не-не-не? Ну, со дна? Да, вот здесь. Да не, я там дальше пойду, дед. Нет. Чё толку? Озеро большое, где найду, там найду. Ну, в принципе, да. Он может это Ваня позже будет ловить. Ну, как вариант. Как вариант. Но видишь, ты от нуля ушел. Сезон зимней рыбной ловли у тебя открылся. Я пока по нолям. Пойдем дальше. Опа! Первый. Выманил я его. Вот такой. Некрупный. Ротанчик здесь ловится. Не крупный, но есть. Первый. Ай, сходим к деду. Че? Че, поймал? Поймал. Одного. Одного. Да, у меня сход был. Один сход. Я думал, у меня сход, а он сюда только. На сало они. На сало? Ага. Тот за сало хватался толстый. Сначала за сало схватился и нечего. Понимаешь? Угу. И он, я дернул, он сошел. Он, смотрю, это затряслась. Он на ту схватил. А это вот за сало. Мне за сало хватает. Ага.
А что, дед с тобой? Да нифига. Вот здесь ближе к камышам надо, Ваня. Вот, конечно, здесь опасно. Вот туда вот. Давай сейчас принесу ледобур, засверлю тебя. А нифига, нифига, не ловится ротан. У меня наоборот на чистом. Дед возле камыша. Такие редкие поклевки ротанчика. Ты ни одного не добавил. Две пустых поклевки еще было сейчас. Вот так смотрю, сало у меня пошло туда. Да, ушло. Я хоп. Ты добавил, да? Добавил. А это? Парочку мелких. Ну, вот такое же вот это. А потом смотрю, у этой, это, курица, у меня раз туда ушла. Я смотрю, вот там это. Я его раз дёрг, он, короче, выскочил и упал в лунку. Пустая поклёвка. Две поклёвки было. Так что... Ясно. Те лунки под камышом молчат? Да, молчат. Ни одной не было. Ну, там же они пониже. Может, вот с этой стороны ещё попробовать? Ну, не знаю, но давай... Нет-нет, подходят они. Но они там тоже нет-нет, да подходят. Да? У меня же курица лежит. А, я что тебе хотел сказать? Давай-ка чайку попьем. Сейчас. Хочу. Давай-давай. Наливай, сейчас я пойду за ледобуром схожу. Иди сюда, ты, блин. Пришел. Сейчас по бутырику съедим, как пойдем ловить. Он может съесть. Ну, классно, когда будет. Вот, попай, ну, видите, нет, поверяйте.
Мы ему сейчас покажем, что пора кушать. Видно же хорошо, когда он хапнет ее. Но. Этот-то, говорит, блядь, упал, нет. Рот открыл. Ну, не засекся. Да и не засекается, в основном все вылазит. Рот не открывает. Видно, как они это редко подходят. Гуляет все равно не сильно активно. Ага. А здесь, говорит, мало? А, почему? Нормально? Тоже глубоко. Тоже глубоко. Угу. Травой заросшая. До травы вот не глубоко, а... Бур-то, блин, целиком уходит, дед. Mm-hmm. И дна не достаю, по самую ручку. То есть там он, где в камыш попал, я попытался его это... До дна не доходит. Ничего себе. Так что, Ваня, отдыхай, не торопись, это. У тебя работа такая, блядь, тяжелая вообще. Ну, дед. Отдохни, все. Отдыхай. Вам на котлеты с бабулей наловим, в принципе, нормально будет. На плюшку, да? На жареху вон даже уже есть, на сковородку. Пожарить же можно, не обязательно котлеты делать. Как насел, то опять клевать. Ну. Сколько раз будет? Не ловится. Ну, через раз. Ну, понятно. Вон, как пойдет, будет, перекрестовать. Может быть. Я говорю, там он, я говорю, я бросил кусок курицы на дно. Два куска. Угу. Ну, достаточно больших шматка. Угу. Они лежали один на одном. Сейчас пока ходил, смотрю, между ними вот такое вот расстояние идет. Угу. Растащили. Его хорошо видно, блядь. Он раз, темно становится и позащит. Угу. Бог. Не, ну сразу. Ну ты пиздено дергать на это, да на жареху-то, да. Ну, как этот, нормальный. Где-то ушел? Сейчас увидел. Ну все, он ушел. Ну, заходил, ага. Наливай. Налью. Я налил-то. Ну хорошо. Ты как себя чувствуешь? Нормально? Не устал? Ничего? Нет. Ну хорошо. Тоже отдыхай. Если устанешь... Почаще бы заходили. Ну это да. Азартнее бы было. Ну, ты чё, конечно. Но все равно, дед, от нуля уже ушли, уже результат есть. Бывает. Дед-то тоже, наверное, где-нибудь дернул. Ну, он тогда пошел когда в ту сторону. Ага. Он сказал, что там одного вытащил. Угу. Ну. А что ты не доел? Да не хочу я тоже. Что, домой что ли везти?
Не, не хочу пока. Попозже. Ну ладно. Я видел тогда тоже там. Вот можно поэта смотреть. Я же постоянно рыбу-то смотрю. Но? Вот, они вот так берут. Так же полотенце. Вот кладут. Я думаю, ну меня что ли научили? Я обычно полотенце раз сюда положил. Комфортней. Ну, чуть-чуть да. Мягче. Вроде бы не намного, но мягче. Опа! Вот хорошенький уже выманился. Вот таких баратанчиков половить. Дед, ты что-то вообще нифига не ловишь. А? Я говорю, ты что-то вообще нифига не ловишь. Ага, не стал ловить. А ты где? Ну, на лунках того деда. Причем этот один-то нормальный, как ты, вытащил крупного. Да? Походи по его лункам. Иди сходи на его лунки. Побегай по ним вокруг камыша. Подошел, с одной лунки одного вытащил, с другой лунки одного вытащил. Я пойду. Правда, видишь, какого? Такой же, как у тебя. Ну да, да. У него там с лунки выдернул. Соблазнил. На курицу, на шкуру. Да, есть, отрежь кусочек, не сильно большой. Вот такие вот дела. Ну вот, друзья мои, такая вот состоялась рыбалочка на ротана. Не сильно агрессивная, не сильно активная, но все равно присутствие рыбы есть. Фигово, но поклевывает. А вы не повторяйте наши ошибки. Лед на самом болоте, на середине, вполне приличный, как
дед сказал, что можно на машине гонять. Толщина льда в среднем 7 сантиметров. Заходы очень плохие, очень опасные. Будьте бдительны и аккуратны. Не рискуйте жизнью ради несчастных, как говорится, 5-7 ротанов. Результата это вам не даст. То есть на самом деле он первый лед, но он еще опасный. А так, в общем, рыбалка, я считаю, состоялась. Открытие первого льда. Все замечательно. Это мои лунки, вот и к его иди туда, левее. На его иди, на левые. Вот, друзья мои, не забываем подписываться на канал, не забываем ставить лайки. Как говорится, для себя, для удовольствия я могу и не снимать. А для вас, мои уважаемые, горячо любимые подписчики, кому интересно мое творчество в виде видео на YouTube-канале и в других соцсетях, я есть везде. Дзен, Телеграм, Рутуб. На всех площадках я представлен. А также я представлен на Бусти. На Бусти. Бусти платный. Как говорится, кому не жалко денег, можете помочь и оказать спонсорскую помощь. А так, друзья мои, дорогие подписчики, рыбалку любите, на рыбалку ходите. Но жизнью зазря не рискуйте. Если нет возможности выхода на лед, то и не стоит рисковать. Хорошие стоят. Ловим на палец. Хорошая луночка. Ладно.
прогулка по лункам принесла успех. Вот такой вот ротанчик. Блять, весь хвост ободрал, сука. В смысле? Смотри, а? С обоих сторон. Я вижу, он подходит, раз, блять, опять ответ стёр. Слишком большой кусок. Ну, это он с одной стороны отъел. Дёргал. А он его отъест, блять, и обратно подходит. Я же его вижу, он подходит. Ну там на одну лунку пришел, заглядываю. Ага. У него требуха, ну кишки, ага, закинуты в лунку и лежат кучкой. Смотрю, прямо над кучкой стоят два штуки. Давай потихонечку, прям не удочкой, а на палец и под нос ему. Под нос подтаскиваешь, блин, собака хватает сразу. Ходить не ходит, стоит собака. Давление высокое. На самом деле, дед, давление высокое. Он стоит. Вот он, они пришли на эту требуху. Он бросил их. И, считай, перекрыли. И стоят, караулят. Мое. Никому не дам, блин. Ему под нос подсовываешь, блин. Есть. Схватил, да? Схватил. Ну вот считай, с одной лунки 4 штуки. А я эту бросил туда, она нахуй не тонет. И обратно выкинуть пришел. Она сейчас оттает, она замерзла. Поэтому не тонет, дед. Брось, пускай оттает в лунке. И утонет. Я понимаю, что она немножко мешает, но она, по крайней мере, когда упадет на дно. Ну, можно ее бросить. Я вот сейчас вернул туда пойду. Видишь, весь этот. Ну, раз. Блядь, ободрал. Ну. Раз подойдет, перекроется. Ну. Я дерну, блядь, он раз. Ну, замерзло просто. Ну. Сейчас от. Я дерну. Вот смотри, с одной стороны. Он же видно, что перекрывает. Да, конечно. Видно, как. Его видно хорошо. Перекрыл, блядь, дернул опять. Пустая поклевка. Да что ты будешь делать? Не, на прикормку он, собака, все-таки приходит. Встает и охранять начинает. Может, даже и не жрет, но стоит, охраняет. Ну, считай, хороших я взял. Да, хороших. Вовремя ты, блядь, подошел. Он в одном месте только вылаял. Ну, я, получаю, нет, он там раскидал по всем лункам, но, считай, я тогда пошел в разных лунках, по одному вытащил. Хорошо, а это прям с одной лунки 4 штуки. Но. Да, видишь, на подкормку подошел. Ну, он подошел, стоит. Причем я ушел, трех вытащил. Смотрю в лунки, не видно никого. Отошел, сходил, там еще две лунки проверил. Обратно подхожу, в нее же. Еще один стоит. Опять ему под нос, на нафиг, берем. Да. Было 4, 4 вытащил. Ну вот, друзья, и заканчиваем нашу рыбалку. Сейчас будем сматывать снасти, пойду уговаривать деда собираться домой. Прибыли сегодня на водоем, на одну болотину еле зашли. Чуть-чуть там вообще ничего не поймали. Здесь немножко половили. Хоть чуть-чуть, но оторвались. Первый лед открыли. По крайней мере, ротана нашли и поймали. Вот. Сейчас будем посмотреть. Ой, что у нас тут?
рыб. Время 3 часа. Больше не клюет. И по снастям ловили на мормышки. Вот в основном уралочка серебряная и золотая. У ротана пасть большая, крючок нужен большой. По леске я не заморачиваюсь. У меня на этой удочке 2.08 плетеная леска. А на второй 2.010. А тут у меня кто-то, такое ощущение, что это ощущение, обман зрения. Вот конечный итог. Сейчас покажу. Дойду до деда. Рыбу всю сложили ему. Шкуру куриную еще замучаешься сдергивать. Вот. Один ротанчик позарился. Вот на такой мухомормыш. А, перчатку. Вот, друзья мои, рыбалка и состоялась с Настей. Я смотал все, что было. Вы увидите. Как ловили ротана по первому льду. Увидите в этом, видели в этом видео. А сейчас рыбачил я с тестем на водоеме, называется Бухарина, на большом плесе. Красноармейский район. Клев сегодня совершенно не активен. Вот. Мы порыбачили. Так, курицу с запашком в лунку. Мусор забираем с собой. Порыбачили, уходим. После нас на льду идеально чисто. Что рекомендую делать всем остальным. Когда, как говорится, мы не пакостим, то курицу ротан раздербанит.
и съест. А мусора после нас не осталось. Мы сюда как пришли, был лед девственно чистый. Так мы с него и уходим. Сегодня 17 ноября 22 года. Рыбалка состоялась, я считаю так. Ну, поймали мы чуть больше десятка хвостов на двоих. Первый лед по морозу. Поторопились. Надо было дождаться падения давления. Тогда бы все было хорошо. Было бы красиво. А кто... Ротан здесь есть, а ротан неплохой. Размер вполне достойный. Местные, когда здесь ловили, говорили, по лету здесь экземпляры были и килограмм. Сегодня мы таких не увидели, но будем надеяться, что у нас еще... О, я собрался, а дед ловит. А дед ловит. Дед нашел лунку с ротаном. А я говорю, у нас клев прекратился, а дед надыбал ротана. Здесь на его лунку. Это я не веду. Там столков вообще ни одной поклевки. Здесь штук на 10 поклевок вытащить не могу. У него уже узкие мышцы. Он бьется, блядь, об лунку. Ясно. Сейчас попробуем, но я уже смотался. Я курицу выкинул, все выкинул. А он что-то подкормил. Он требухой кормил дед. Ой, смотри. Поклевки-то иду. Просто я даю уже, чтобы зацепился. Ясно. Вот, смотри. Видишь? Вижу. Вот это дело. Так. А я курицу выкинул всю. Так, а тут что-то есть. Давай, же. Бери. А зачем? Ножик есть? А ножик есть. Зачем? Смотри, смотри. Поклевки идут друг за другом. Хорошо. Да есть. На, на, быстрее. Поклевки будут вообще. Так, на ту вон лунку идти. А вот все лунки прошел, ни одной. Наших с тобой. Да. На дедово вот сейчас съелся, сразу поклевка. Ну, сейчас попробуем. Пойду дальше. Попробуем.
Тащись. Собрались домой. Рано закрыли рыбалку. Ого! Дед, дуплет! Красота среди бегущих! Еще один. Вот это расклевалось.
А там нету. А считай, здесь посередине на чистом. На стоечку. Вот это уже похоже на интересную игру. А то с утра рыбалки не было. Не в том месте. Он здесь крутится. Мимо.
На тебе, дед. Че? На, удочку. Удочку? Да. На нее вот будет, она уже насажена. Погоди, погоди. Поклевка идет. Поклевка у него идет. А че, что будет пока? Ну положи ее. Она насажена. Но... А, ты имеешь в виду, да она сейчас будет это, докручивать. Они же здоровые, блин. На. Ту свою убери, на, на эту. Только на эту. Крючок больше. Здесь большой крючок. Не сходят, дед. На. Свою брось пока в сторону. Брось, просто брось, да. Рыбачь. Отцепи. Во, брось. Тут мормышка уралочка с большим крючком. На потроха. Опа, блин. Вот это удар. Хотя я не сказал, что он такой героический. Ты, блин. Что такое? А? Бывает. У меня тоже было. Сейчас. Опа! Такие мне нравятся.
Отдай. Вот такая вот. Дед выловил все. У меня на той лунке, вот где это, тоже перестало клевать. Да? Там выловил все. Иди дальше. Вон еще лунка. Вон еще лунка. Здесь нифига не у дна. Дай. Я говорю, здесь нифига не у дна. Сантиметров 40 выше.
Опять дуплет. Опять дуплет, ребята. Отцепляйся. Вечера. Но ты все-таки на свою ловишь? Но выловил всех. Выловил губошлёпа. Я говорю, выловил губошлёпа. Да. Здесь-то хорошо, а на луке-то хорошо. А то железо это не надо. На прикормленных лунках. И причём в этом краю, ближе к этому. Опа, второй сошел. Ух ты. Какой-то желтый. Пожелтел. А второй сошел. Дуплет не состоялся. На самом деле, дед, еще ветер поменялся. Ну нифига не мелкий, нормальный ротан. Выловил что ли всех? Я говорю, выловил что ли всех, клевать перестал.